Ежедневный мониторинг цен Министерства сельского хозяйства показывает, что розничная стоимость картофеля в нашей области самая низкая по стране и составляет 166 тенге за килограмм, передает Казтаг. Однако таких цен на прилавках нашего города мы не нашли, так как сегодня картошка в нашем городе стоит не менее 260 тенге. Было больше намного, в два раза. Ну как по карману бьют цены? Нет. А сейчас нет, сейчас прям прекрасно все. Люди, старики, сейчас пенсионеры, все эти же, то самые же. У них пенсия малые. Я, например, дома сижу, тоже не зарабатываю. Последний раз покупала? Да. Последний раз я здесь покупала. Ну, не здесь, но где-то в Табысе я покупала 300, за 350, за 370 даже картошку. Ну, пожалуйста, сделайте, чтобы акиматы все сделали. Для продавцов овощей новость о поступивших новых партиях картофеля тоже стала приятной. Картошка по 270, лук по 120, капуста по 100, морковь по 300 продается в Табысе. Картоп привозной шимкенский. Нет, местный пока нет, только этот капуста. В администрации рынка пояснили, что на данный момент снижение стоимости идет лишь на картофель. Цены на другие овощи пока остаются прежними. Морковь и свекла стоят 300-350 тенге за килограмм. Лук по 120-150 тенге. Огурцы и помидоры стоят по 300-350 тенге за килограмм. Мы в рамках межрегиональной кооперации наладили поставку картофеля с южных регионов. То есть у нас идет как поле прилавок. Наши машины направляются на юг. И непосредственно товаропроизводители привозят картофель. Вот. Если на прошлой неделе картофель на рынке Табыс был 350-370 тенге, то на сегодняшний день у нас уже картофель реализуется по 265-270 тенге. Это в Табысе. Вот. Это мы будем такую практику продолжать. Еженедельно у нас идет. Сейчас уже на юге идет снижение картофеля. По остальным, если по моркови смотреть, по свекле, то пока цены держатся высоко, потому что казахстанского урожая еще нету. По данным Бюро национальной статистики, с начала текущего года картофель подорожал на 48,6%. В целом, ценовой скачок на овощи в разгар летнего сезона не перестает удивлять граждан. И многие уже ожидают предстоящего местного урожая на прилавках по низкой стоимости. Тамирис Жумабаева, Сергей Калашников, программа «Факт».